Меры поддержки селян обсуждали и на встрече женских коллективов в Коченевском районе. Представительницы прекрасного пола не только активно помогают в работе местной администрации, но и придумывают множество общественных инициатив. В этот раз женщины даже провели турнир по футболу среди мужских команд. Сергей Толмачев был внимательным болельщиком. В финале турнира на призы Союза женщин – настоящая мужская борьба. За кубок бьются 6 команд, которые прошли жесткое сито отбора. На поле – победители районных соревнований. Организаторы решили выявить сильнейших в дни, когда в Бразилии проходит Олимпиада. Мероприятие, которое и здесь проходит, оно очень здорово сочетается с тем знаменательным событием 4-летия. И я уверен, что вот та борьба, которую показывают ребята сегодня, она наиболее яркая среди всего отборочного турнира. А всего в отборочном турнире принимало участие 16 команд, повторюсь, из Новосибирской области. Организация спортивных праздников – не единственная задача областного союза женщин. На встрече сегодня обсуждают серьезные вопросы. Задать их можно непосредственно главам поселений, они тоже в зале. Такие собрания в разных районах области проходят регулярно. Впрочем, их можно и не дожидаться. Поэтому цель-то моей как раз встречи здесь с вами, что не бойтесь, я открыта. Мой кабинет 619 в правительстве Новосибирской области. Значит, через женсовет, через союз женщин всегда можно связаться, самая оперативная связь. Предложения, которые сегодня озвучены, будут рассмотрены уже на осенней сессии законодательного собрания. Чистая вода, газификация, поддержка фермерского хозяйства и многое другое. А очередной футбольный турнир обязательно проведут уже через год. Сергей Толмачев, Татьяна Гладких, Алексей Погодин. Новости ОТС.